Сегодня хотим найти и посмотреть Фоксторм. В переводе это означает «Лисья башня». Фоксторм отмечен на этой карте красной точкой. Карта Тюринский лес и Кульмхайд. Заальфельд в треугольнике городов. Треугольник городов – это имеется в виду три рядом находящихся города – Заальфельд, Рудольштадт и Бад Бланкенбург, объединенные в один районный центр. Не знаю, что это за сооружение, но, судя по надписи, построено оно было в 1923 году. Здесь написано, что скамейка сделана и установлена фирмой Gesellschaft Arbeit und Umwelt в 1995 году. Со второго раза попали в Лисью башню. Сегодня никакая молодежь ничего не празднует. Поэтому мы можем к ней подойти поближе и смотреть со всех сторон. Подняться наверх мы не сможем, башня закрыта. Место для пикника, для отдыха. Тоже с красивым видом на Заальфельд.
На табличке написано название башни Фоксторм, год постройки 1912, год реставрации 1993-1994 и высота над уровнем моря 305 метров. На двери в башню есть табличка, сейчас прочитаем, что там написано. Итак, добро пожаловать к восхождению на башню и посещение информационных стендов об истории Фоксторм и геологической информации. Ключ от башни можно взять в приемной клинике Бергфрид, оставив залог 10 евро. А это и есть та самая психологическая клиника Бергфрид, к которой относится прогулочная тропа и Фоксторм. Здесь на ресепшене мы в следующий раз попробуем взять ключ и снять видео о том, что находится внутри башни. Если хотите не пропустить видео об этом, подписывайтесь на канал Тюрингия для всех, нажимайте на колокольчик, получайте сообщения о всех выходящих видео. Благодарю всех за просмотр. Оставайтесь с нами.